Предприниматели Тверской области обсудили с представителями корпорации малого и среднего предпринимательства действующие в регионе меры поддержки бизнеса. Общение состоялось на площадке центра «Мой бизнес». На мероприятии присутствовал и наш корреспондент Наталья Чекет. На встрече представители бизнес-сообщества узнали о действующих в регионе мерах поддержки, возможностях цифровой платформы МСП РФ, а также юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности. В начале мероприятия с приветственным словом выступила заместитель министра экономического развития Тверской области Наталья Егорова. И в любом взаимодействии на первый план сейчас выходит, конечно же, простота и доступность информации, автоматизация процессов на всех этапах, органичное встраивание в ваши бизнес-процессы инструментов поддержки, естественно, в соответствии с вашими потребностями. Центр «Мой бизнес» сотрудничает с корпорацией МСП с 2019 года. А с 2020 для предпринимателей Тверской области доступна цифровая платформа msp.rf. На ней предприниматели могут получить консультационную и образовательную поддержку, а также разработку бизнес-плана. Подобная форма встреч бизнес-сообщества с институтами реализации мер государственной поддержки позволяет, так сказать, сверить часы, получить непосредственно от предпринимателей обратную связь о тех потребностях и ожиданиях в реализации мер государственной поддержки. Многие предприятия Тверской области активно пользуются мерами поддержки от корпорации МСП. В их числе тверское предприятие, которое занимается изготовлением металлоконструкций и выпуском солнечных энергетических систем. Мы уже брали займ МСП, купили новое оборудование, организовали выпуск новой продукции на предприятии. Понимаем, что это достаточно эффективно для развития предприятия, поэтому это очень интересно, очень удобно, хорошие очень условия. Поэтому однозначно будем планировать возобновлять и продолжать деятельность в данном направлении. На рабочей встрече заместитель генерального директора корпорации МСП Андрей Железняков рассказал о мерах поддержки, которые корпорация предлагает предпринимателям. Сегодня хотел бы рассказать о том, что есть у корпорации актуальный линейка продуктов, услуг, которые мы оказываем предпринимателям. Я уверен, что это будет для вас полезно. Вот. Но наиболее ценное – это его общение. И действительно, открытый диалог помогает предпринимателям задать интересующие их вопросы. В основном они касаются получения финансовых мер поддержки. Представители бизнес-сообщества обращались насчет получения кредитов по льготным ставкам, кредитных и гарантийных продуктов. Понятно, что есть много поддерживающих сайтов, информации, но, безусловно, живое общение, на самом деле, оно максимально полезно. Могу сказать, что первые шаги по взаимодействию с фондом у нас начинались как раз с такой встречи. Поэтому возможность видеть, разговаривать с людьми воочию – это очень полезная история для бизнеса. По итогу встречи ее участники получили много полезной информации, которая благоприятно отразится на дальнейшей работе по развитию бизнеса в Тверской области.